Друзья, добрый день. Сегодня опять посылочка и опять, ребятушки, опять вещи, которые полезные для охотников. Вот. Прежде всего, для порядка. В охот инвентаре. В общем, в чем дело? Приехала сегодня посылка. Ну, фишка этой посылки — это матрица ГАЕБ. БМ 3 взял тройку, потому как БМ 2 не было в наличии. Вот. Буду крутить третий. Вот. Сразу сейчас покажу, что не понравилось сразу. Ну, мне как обычно не угодишь. Но уже есть вещь, на которую я обратил внимание. Вот, ребят. И упаковка. Упаковка взял 30 штук. Это коробочки. Вот они. Коробочки. Коробочки для патронов. Вот. Думал, это просто там такое тоненькое какой-то картончик. Нет, ребят. Это уже гофрокартон. Тонкий, правда, но гофрокартон. В общем, такие вот коробочки получаются. Потому как очень неудобно, когда патроны, скажем, там, ну, разные, да? Разные заряды, разные номера дроби, разные навески. Ну, в общем, одним словом, разные патроны. А складывать их, ну, непонятно куда. Да, было дело, там присылал мне Санька Кульбицкий, спасибо ему огромное. Хорошие упаковки с подименитых брендов. Вот, ребят, ну, сейчас у Сани нет возможности торговать такой, такими коробочками. Вот. Заказал на Вудке. Совсем недорого. Цена одной коробочки 3 гривны. В общем, я их вот 30 штук взял на 90 гривен. Получается. Вот, ребята. Ну, тут как обычно завалялась пачка патрон. Вот, сейчас сложим. Да, есть специальный укладыватель такой для патрон. Ну, слушайте, для тех объемов, для своих он мне не нужен. Тем более патроны я закрываю для себя. Сложим сейчас. Ну, такая плотная коробка, хорошо. Ну, вот она мне понравилась из-за того, что она из гофрокартона. Такая дебеленькая, я так смотрю. Походит она еще, эта коробочка. Вот, только я не знаю, как правильно их складывать. Я там взял клеем ПВА, склеил снизу. Вот, вот там вот склеил. Потому что там, ну, непонятно, как она должна складываться. Я понимаю, что там какой-то замок. Как там, блин, правильно пользоваться. Но тяжело мне вот эти вещи все. Приходят в голову и доходят. Ну, не быстро. Так, ребятушки, ну, вот такая коробочка. Блин, удобно, класс. Шикардос. Вот, парни, такая вот коробка. Взял 30-ка. Рекомендую. Ну, удобно. Как ни крути, удобно. Ну, вот как их, я не знаю. Ну, покупать эти дорогие коробки. Я, конечно, понимаю, это все хорошо, да, все красиво там. Ну, это все, по большому счету, не столь важно, куда надо вкладывать деньги, будем так говорить. Вот. Так, по матрицам, пацаны, с коробочками понятно, где брал? Это Вудка. Вудка, все брал на Вудке. Друзья, сайт Вудка, ну, вообще он не нуждается в рекламе, все его знают. Вот, потому так много не буду рассказывать. В общем, все вот это брал на Вудке. Оказывается, Вудка является официальным представителем ГАЕБ в Украине. Вот, взял у них матричку ГАЕБ БМ-3, потому как БМ-2 не было. Вот она для сравнения, матрица от Алекса. Вот, вот она ГАЕБовская. Что не понравилось сразу? Вот, приехала, смотрите. Что это такое? Мне вот это не нравится. Вот это такое отношение. Что это? Вот она какая-то оторванная, наклейка уже. Это как типа, как голограмма, не голограмма. Но вот это уже настораживает. Что это за наклейка такая? Что это уже тут налепили? Почему оно отклеенное? Вытащила, она отклеилась. Ну ладно, это не суть важно, но на ней написано, что это ОМВ, господи, что это ГАЕБ БН-3. Вот, тут написано именно. Так-то вон голограмма ГАЕБа указана, вон она. То есть тут
И вот эта вот фигня, она наклеенная, оказывается, была. Блин. Не люблю я вот эти вещи, когда вот сразу с самого новья. Да, тут, в принципе, я в болт гаечкой вкрутил, потому как здесь насквозь оно не выйдет. У Алекса тут, смотрите, тут, конечно, чуть-чуть похуже дела обстоят. Тут получается насквозь, и может выходить этот винт, который вы закручиваете. Либо же надо пользоваться, ну как, рекомендуемым вот этим кондуктором, не кондуктор, как он этот, ну, переходничок, во, вот этим переходничком, господи. Вот, вот она от Алекса, вот, которая должна работать на... Я не закручиваю. Сейчас штук 5 патрончиков. Закрутим, посмотрим, как же она работает. Потому как просите, многие ждут этого ролика, посмотреть, как работает ГАЕБ БН-3. Вот она, БН-3 ГАЕБ. Будем смотреть первый запуск. Так, ну тут надо и обороты поставить, потому как эта матрица работает на оборотах. Сейчас, парни, переставлю на шкивах. Даже туда, аж на предпоследний ручей. Там скорость большая на предпоследнем ручье. Там уже сыпет не по-детски. Так, будем пробовать, да, мужики. Маслечко для того, чтобы макать патрончики. Вот оно. Ну, пшикнем. Вот такое миоловское масло я. Так. Ну, с Богом, поехали. Ребят, тут для пробы я поставил 5 патрончиков, закрученных матрицей от Алекса. Ну, я еще чуть раньше не закрутил. Закручивал, вот. А вот эти вот патроны попробуем. Ну вот видно, что никто ничего не закручивал. Смотрите. Вот. То есть патроны до закрутки. Вот. Такого плана патроны. И сейчас посмотрим, как же будет работать ГАЕБ БН-3. Самому интересно и любопытно. Так, сейчас, мужчины, включаем станок. Ну да, обороты такие серьезные. Не, ну красиво, конечно. Вот эта тема, так тема, да. Тут уже плохого не скажешь, мужики. Да. Вот патрон после закрутки. Такой конус. Ну сейчас закручу, покажу. Вообще шикарно, мужики, вообще шикарно. Да, красота. Когда работает, так оно работает, видно, что работает. Аж передерживаю, переплавляю. Ну, это сам виноват немножко. Это еще нет неопытности.
ё-моё. Вот это красотища. Ну вот наклейка, она уже почти отлетела. Это. Ну ладно, не суть. Суть в работе. А работает она, конечно, отменно, парни. Я бы даже сказал, шикарно. В общем, смотрите, парни, вот эта работа БМ-3. Ну, одну гильзу чуть-чуть переплавил, ну, передержал, парни. Ну, по неопытности. Надо не сильно прижимать. Я, конечно, привык вот этой работать. Ну, вот теперь, смотрите, для сравнения. Я думаю, видно будет, как работает матрица от Алекса. Ну, она дает такой завернутый, ну, толстый. Здесь остренькую грань дает. Ну, вот такая вот. Такой патрончик, конус, просто замечательный. Шикарно, шикарно, мужики. Ну, одну перепалил немножко, ну, сам виноват. Это ж, я уже сказал, от неопытности. Вот, а так-то, ребят, ну, вы гляньте. Ну, результат достойный. Вот, ну, вот за это стоило отдавать деньги. Вот это реально красиво. Работа шикарная матриц. Шикарная работа матрицы ГАЕ БН3. Кто говорит, там БН3, она немножко не для таких навесок, не для 32-граммовых, 34. Это вроде бы для более тяжелых навесок. Ребят, ну, я вам скажу, мне нужен итог. И он меня вполне устраивает. Итог, конечно, я бы даже сказал, шикарный. Вот. Не отличишь от заводской. Вот такой конус, такая звездочка. От заводского патрона не отличишь. Вот. Ну, шикарно, шикарно. То, что хотел результат, я получил. В общем, матрица, вот это от Алекса, так закрывает. Тоже хороший результат, как бы для полуавтомата закатать просто хорошо работает. Но поджима как такового, как делает матрица ГАЕП, нету. Так что, ребята, ГАЕП отличный. Все. Вот. Теперь я доволен. Теперь моя душенька довольна. Все мне понравилось. Все отлично. Работай, конечно. Немножко потренироваться надо. Видите, немножко припалил. Ну, это все от того, что долго пользовался матрицей от Алексом. Там прижимать надо, там на малых оборотах. Тут одно-два касания, и все. Все готово. Патрон готов. В общем, ну. И быстрее намного даже, чем от Алекса. Ну, конечно, и красивее. Патрон намного эстетичнее, красивее. Ну, вообще, от заводского патрона реально уже не отличишь. Наконец-то я пришел к желанному. Все меня теперь устраивает. Все хорошо. Брал на вудке, сказал уже. Вудку все знаете. Вот, ребят. Так что на этом все. Всем удачи, всем пока. До следующих роликов.